Давайте. Прошу за задержку, прощения, но сегодня что-то слишком-слишком много завал. У нас очень странный предстарт, у нас на предстарте активность настолько высока, что ну, мы предполагали, что так будет, но все равно не настолько. Поэтому давайте стандартно 2 минуточки на включение, кто отошел от экранов, подходите. Вебинар по проекту Дуйнова начинается, сегодня мы презентуем условия инвестирования, доступные пакеты, доступные рассрочки, количество в акции в пакетах, вообще в целом всю программу расскажем. Как видно, как слышно меня, скажите, пожалуйста. Поставьте плюсики, у кого все хорошо, ну, стандартно, чтобы мы поняли, что все. И, пожалуйста, напишите, знаете, что плюсик, если хорошо слышно, и первый или не первый раз на вебинаре. Просто этот вебинар достаточно важный. Так интересно, что у нас уже такие большие результаты, при этом вот то, что я расскажу сегодня, еще даже не было сказано. Потому что, ну, это, по сути, есть тот продукт, который сейчас предлагается на инвестиционный. И, ну, это хороший признак того, что люди доверяют проекту настолько, даже на такой ранней стадии, без условий, которые сегодня будут озвучены. Так, сегодня будет вебинар достаточно короткий, потому что все-таки его основная цель – это презентация условий. Их можно было сделать там в видеоформате или еще каком-то. И это видео в основном для того, чтобы потом его люди смотрели в записи, что такое, вернее, каковы условия, как это формируется все и на чем основано. Так, слышно, видно нормально, нас 183 человека, вчера, если не ошибаюсь, было порядка 230. Вот, и еще раз напомню, да, о вчерашних событиях, о вчерашнем рекорде. Вчера у нас был 1 миллион, пришедший за неделю, после этого, после вебинара была проведена акция с предварительными, с презентацией предварительных пакетов и бонусом за инвестицию в течение там, 4 часов до 24 часов. И за это время проинвестировано было больше 1 миллиона рублей. То есть это, видимо, акция работает, эксперимент прошел успешно. Что хочу сказать тем людям, кто сейчас не получили подтверждение еще об оплате в личное. Значит, я создал открытую таблицу со всеми приходами, вы можете себя поискать, там найти. Если что-то не так, вы не переживайте, все платежи, которые были вами сделаны, они учтены. И сегодня мы не успели этим заняться, завтра, послезавтра мы займемся обязательно. По каждому будет сумма, которую он перевел, и его данные, которые однозначно его идентифицируют. Ничего не потеряется, даже если сейчас вас нет в таблице, поэтому не переживайте. И второе, значит, дальше... Это чуть-чуть будет автоматизировано, система будет дополнительная форма для этих транзакций. Кто же не смог вчера, кстати, кто не смог вчера перевести по техническим причинам, сейчас надо выключить, а кто вчера по техническим причинам не смог проинвестировать, мы про вас помним, договоренность в силе. Так, где увидеть таблицу? В группе, да, зайдите, посмотрите в основную, там прям, по-моему, где-то сверху называется «Открытая таблица». Кстати, а кто вот, мне прям интересно, вот сейчас в группе 180 человек, проинвестировавших на текущий момент где-то 200, под 200. А, те, кто сегодня инвестировал, коллеги, я указал в регламенте, что 24 часа на подтверждение, если вы себя в таблице не видите, это значит, что просто вы инвестировали, скорее всего, сегодня, а завтра вы себя точно увидите, потому что ну, вот эта сводная таблица делается под конец дня, то есть после рабочего. Это сил уже не остается, потому что вчера, я не знаю, не знаю, часов до 3, наверное, все это делалось. Так, презентация готова, презентация загружена. Значит, я сейчас вам советую увеличить именно раздел презентацию, потому что ну, на меня смотреть нечего. Все основные моменты будут в самой презентации, поэтому вот этот вот квадратик, который у вас сверху справа, вы его, пожалуйста, расширяйте. Сейчас я у себя его тоже расширю. На комментарии мы... Вернее, комментарий мы временно отключим, в конце ответим на все вопросы, потому что презентация должна быть ну, такая без отвлечения от темы. Так, это убираем. Так. Файл убираем, себе сейчас тоже откроем. Так, ну что, начинаем. Значит, сейчас будет презентация инвестиционных пакетов, условия инвестирования и... обоснование, почему все так и какие правила на разных этапах. Так, начинаем с того, что такое, зачем мы делаем этот проект, какие планы, какие цели, насколько они амбициозны и так далее.
Мы планируем, что наша компания, которая сейчас создается, которая будет заниматься постановкой технологий производства электродвигателей высокоэффективных, будет стоить порядка 8 миллиардов долларов через 10 лет. То есть это такая гипотеза, это наша цель, это наше желание. Вы можете посмотреть, сколько стоят другие компании, которые работают на этом рынке и занимаются примерно тем же самым. Много ли это мало, ну, можете также посмотреть, сравнить с другими компаниями на рынке. Можете зайти и посмотреть... Ну, любые другие успешные стартапы, мы все просто, ну, разумеется, надо сравнивать, вернее, ожидать хорошего, да, и это так называемый оптимистический прогноз, что наша компания через 10 лет будет стоить 8 миллиардов долларов, ее капитализация. При этом половина компании принадлежит инвестору, половина менеджменту и, ну, соответственно, разработчику. Так, давайте я на время выключу, а потом тогда мы включим комментарии. А на чем основана эта капитализация и как она вообще считается? Что такое капитализация компании в целом? Вот капитализация складывается из нескольких факторов. Есть разные методы оценки капитализации компании. Но есть такой максимально простой и, ну не знаю, так скажем, когда пессимистически ты рассчитываешь, значит, капитализация компании складывается из чистой прибыли, полученной компанией за определенный период, там, или за последние несколько лет, или за все время, зависит от сегмента рынка. Плюс активы, которые принадлежат компании, то есть это недвижимость, там движимость, все остальное, интеллектуальные права, интеллектуальная собственность. Вот, кстати, по-моему, в Nokia 80% стоимости компании были не заводы и предприятия, которые производили технику, а именно интеллектуальная собственность, патенты и все остальное. И вот этот вот так называемый актив из чистой прибыли, вернее, слагаемое, умножается на коэффициент рынка. Это то, насколько ее оценил рынок, там, эксперты и так далее во время различных экспертиз. И он может быть как отрицательный, так и положительный. Зависит от того, сколько компания зарабатывает на, ну, в год и так далее относительно своей стоимости. Значит, почему мы называем сумму 8 миллиардов? Это сумма, которая, ну, стоит в голове, которая является целью, то, ради чего стоит вот, работать, то это то большое дело, в котором хочется принимать активное участие, то, куда можно вовлечь большое количество людей. И для, то есть основания для утверждения такой суммы, ну, у нас имеются, о них будет именно очень подробно сказано на следующих вебинарах, но если мы, так скажем, сделаем декомпозицию и разложим сумму 8 миллиардов на какие-то простые вот эти составные части, то получится следующее, что, как заявляет Дмитрий Александрович Дуйнов, у нас есть 4 основных продукта. Первое – это постановка технологий производств. В год возможность выпускать такой продукт где-то 3-5 единиц. Ну, Дмитрий Александрович на предыдущем вебинаре сказал, там, до 3, если будет более сильная, более большая команда, то можно выпускать 3-5 таких продуктов в год. Стоимость этого продукта порядка 50 миллионов долларов за единицу. Здесь маржинальность порядка 70-80%, значит, чистый доход компании с продажи одного такого продукта составит порядка 40 миллионов долларов. Соответственно, 40 миллионов долларов, я расскажу, как мы считаем, да, вот эти вот продукты, почему 1,5 миллиарда здесь написано. 40 миллионов долларов умножаем на, допустим, 3 единицы продукции в год и умножаем на 10 лет. Вот так, примерно, получилась сумма 1,5 миллиарда. Также были рассчитаны следующие. Расчет по следующим продуктам, то есть это выпуск собственных розничных, вернее, собственного массового производства конкретного продукта, допустим, тех же мотор колес, которые вы сейчас видели. Можно выпускать другие, то есть расширять линейку. Можно, то есть, как увеличивать количество выпуска одного продукта, так и новые номенклатурные наименования создавать, разрабатывать, ставить производство и продавать их, соответственно, зарабатывая. И дальше также продажа лицензии на те продукты, которые уже разработаны, на право их реализации. То есть это очень бегло, очень вкратце то, из чего складываются эти 8 миллиардов за, соответственно, 10 лет. При этом вы видите, да, что сумма здесь 4 миллиарда. Ну, мы предполагаем некую вот этот коэффициент спроса, коэффициент рынка где-то там 2, он может быть, говорю, как меньше, так и больше, и суммы по каждому продукту. То есть здесь все составные части, они переменные. Это наши предположения, гипотезы. У нас есть основания такие именно цифры приводить. Дальше об этом подробнее мы будем говорить в других вебинарах, потому что здесь у тех, кто активно интересуется, должно возникнуть очень много вопросов. У тех, кого вопросы не возникли, ну, как бы, значит, вы не очень, как бы, хотите погружаться, и все для вас это не очень серьезно.
Значит, следующее. Каким образом будет распределение акций и сколько их всего будет? Значит, принято решение имитировать, создать 8 миллиардов акций и заявить на них стоимостью в 1 доллар. То есть мы, так скажем, идем от обратного. Дополнительной эмиссии акций не будет. Вот этот вопрос, который люди часто задают. То есть создается 8 миллиардов акций и заявляется стоимость по 1 доллару. Через 10 лет уж капитализация компании будет такая. Из этих 4 миллиардов акций половина выделяется инвестору, то есть для привлечения инвестиций, для того, чтобы эту компанию стартануть и начать уже заниматься именно работой на земле. Получается, другими словами, 4 миллиарда акций предлагается инвестору за 40 миллионов долларов. А 40 миллионов долларов, что это за сумма? Это 2,4 миллиарда рублей, та, которую вы уже несколько раз слышали. Ну, опять же, она плюс-минус приблизительно, вы поймите, что это не такое неофициальное предложение. Получается, что у нас есть такое понятие, как средний венчурный дисконт, то есть дисконт за риск. На текущий момент, то есть компания небольшая, то есть это не какое-то огромное предприятие с активами, с залогами и так далее. Поэтому мы внедряем как маркетинговый инструмент, как инструмент стимулирования входа на ранних этапах. И, ну, в общем, для того, чтобы добиться нашей цели на текущий момент, нам нужно привлечь инвестиции. Чтобы эти инвестиции приходили не только в самом конце, когда компания уже будет, грубо говоря, вот-вот выйдет на рынок и будет свой продукт проводить и зарабатывать, а чтобы на ранних этапах, на средних, и чтобы в целом обеспечить тот объем инвестиций, который нам необходим, принята вот такая вот ситуация с акциями. Значит, как это дальше будет происходить? Вы все знаете, что есть 10 этапов, есть 3 года на реализацию этих планов. Эти 3 года будут разбиты на 10 этапов, то есть по 3, получается, там первый у нас год будет 4 этапа, первый будет достаточно быстрый, это тот, который идет сейчас, и по 3 этапа на следующие года. Значит, во время инвестирования в разные этапы будут разные условия. От чего они зависят? Условия зависят от количества рисков при вхождении на том или ином этапе. То есть в инвестициях всегда есть две чаши весов, в любых, в каком бы рынке это ни было. То есть первое – это риски, то есть насколько вероятен успех, насколько он будет точен, насколько он будет нужный срок. А второе – это доходность. То есть и не бывает такого, что были там огромные ожидания по доходности и 100% уверенность в том, что это случится. То есть это всегда уравновешено. На первых этапах риск того, что это не получится, гораздо выше, нежели когда стоит завод и уже наполовину производит продукцию, резервная оснастка и так далее. Поэтому здесь разный диапазон дисконтов на разном этапе. Что это значит и как это работает? Смотрим дальше. Пример пакета первого этапа. Всего будет 3 категории пакетов. Как это выглядит? Значит, первая категория, соответственно, это зависит от суммы. От 30 до 100 тысяч. Вторая категория от 300 тысяч до миллиона. И третья, соответственно, от миллиона до 10. Сейчас не буду показывать. Значит, рассказываю про... Это конкретно то, что вы просили. Это ответ на вопрос, сколько можно инвестировать и сколько я с этого получу. То есть в теории ожидания наши по прибыли на этот пакет и так далее. Значит, во-первых, смотрите, не забывайте следующий момент, что ваша прибыль как инвестора, вот мы сегодня просто, у нас часть такая, скажем, финансовая, поэтому мы не говорим особо про технологию, про большое дело и так далее. Мы говорим про цифры. Это не очень интересно, но это нужно, то есть без этого этот проект не сдвинется. Значит, сколько можно инвестировать и сколько вы за это получите? Ну и, соответственно, на каких условиях? Значит, смотрите, объясняю. Первый пакет 30 тысяч рублей. Есть два варианта его оплаты. В рассрочку на 10 месяцев по 3 тысячи рублей, либо разово 30 тысяч рублей. На каких условиях? Ну, соответственно, вы видите, да, что есть 50 тысяч рублей, его можно расплатить. За 10 месяцев можно заплатить разово. Ну и там 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей можно на 20 месяцев, на 10 и также разово. А какова разница, что взять один пакет в рассрочку или там сразу заплатить? Здесь вы должны обращать внимание на такое понятие, как дисконт. То есть это тот множитель, на который умножаются ваши инвестиции. К примеру, если вы берете пакет за 30 тысяч рублей, я сейчас...
приблизительно, да, перевожу, что доллар у нас стоит 60 рублей, значит, этот пакет стоит 500 долларов. 500 долларов мы умножаем, если при разном платеже, на 200, получаем 100 тысяч. То есть, другими словами, покупая пакет разово за 30 тысяч рублей, вы покупаете акции стоимостью 100 тысяч долларов. То есть, вот здесь вы можете сами перемножать дисконт на сумму, на стоимость этого пакета. Соответственно, если он стоит 30 тысяч рублей, это 500 долларов. 500 мы умножаем на 200, получаем 100 тысяч. Соответственно, если вы возьмете в рассрочку этот пакет, то есть нам это тоже подходит, но просто дисконт будет уже ниже. То есть вы получите 90, не помню, 95, да, там, или, ну, умножьте 500 на 190, запутался. В общем, можете перемножить, если взять пакет давать на, там, допустим, если бы он стоил 1000 долларов, получается, вы берете либо 210 тысяч акций, если в рассрочку, либо 215 тысяч акций, если разово вносите. То есть это некая мотивация, вшитая в конкретный этап развития, мотивирующая вас инвестировать большую и большую сумму. То есть в зависимости, опять же, ну, тут для разных людей, для разного дохода. Помните вот это вот правило, о котором мы постоянно говорим, то есть выберите для себя комфортный пакет, тот, который будет составлять примерно, если вы в рассрочку рассматриваете, 10% от вашего месячного дохода. А другими словами, вот если есть, взять пакет за 100 тысяч, который достаточно популярный был сейчас при инвестициях, и рассмотреть рассрочку на 20 месяцев, то платеж в месяц составит 5000 рублей. То есть этот пакет подходит тем людям, кто в месяц зарабатывает 50 и более тысяч рублей. Я надеюсь, услышали, да, это понятно. То есть не нужно крайностей. Этот проект на самом начальном этапе развития, этот проект тоже хоть какой-то процент на неуспех у него есть, поэтому оцениваем трезво. При этом рекомендуем вам не разово в какой-то степени вкладываться, а именно регулярно, но понемногу. То есть посмотреть, какой пакет вам больше всего подходит. Здесь, допустим, есть пакеты, которые есть рассрочки на 30 месяцев. Они начинаются с 300 тысяч рублей, где там платежи по 10 тысяч. То есть вы в сумме получаете при первой оплате, вы фиксируете за собой весь пакет на 300 тысяч рублей. При этом оплачиваете его в течение 30 месяцев. Это практически 3 года. Данные пакеты с такими сроками инвестиций будут доступны только, ну, на первых этапах, вот там первые полгода, потому что дальше, получается, срок будет двигаться, возможно, мы их просто будем убирать, потому что, ну, то уже другие будут истории немного. Значит, смотрите, дисконт падает во времени, то есть следующий этап, средний дисконт уже будет где-то, вот посмотрите, в 2 раза меньше. То есть если сейчас средний дисконт от 350 до 200, то на второй этап уже будет от 180 до 120. То есть вы чуть позже научитесь их перемножать, все смотреть, как это работает. То есть это, по сути, маркетинговый инструмент, мотивирующий входить людей на ранних этапах и дающий так называемую премию за риск на ранних этапах входа. Если вы посмотрите на самые последние этапы, или, допустим, которые начнутся уже вот 8, 9, 10, здесь дисконты уже составляют там, ну, 2-10 раз. То есть потенциал капитализации после того, как компания будет выходить уже на какие-то открытые рынки, может быть, внутренняя будет биржа, мы посмотрим, как это сделает, когда компания сама будет выкупать акции, уже совсем другой. То есть не в 200, в 300 раз вы получаете дешевле акции, а там в 5, в 10. Но, опять же, это потому, что до сих пор будут сохраняться риски и так далее. Так, соответственно, про пакеты рассказал. Сейчас у вас, скорее всего, будут много вопросов, но мы сейчас на них обязательно ответим. Значит, если взять две компании, одни из лидеров рынка, выпускающих, ну, занимающихся похожей деятельностью, то есть проектирующие, выпускающие электродвигатели, это вот Siemens и ABB, вот их пример капитализации. Капитализация компании Siemens 108 миллиардов, прибыль составляет порядка 4 миллиардов по году. Да, это причем старые данные, там, 8-летней давности, что сейчас первый нашел. Это АББ стоит 54 миллиарда. То есть наше ожидание, то, что через 10 лет мы будем стоить там, как 1/10 там, от части этих компаний. Может быть, это слишком как-то амбициозно, там, по-ребячески или необоснованно, но
поверьте, смотрите вебинары, вы будете глубже и глубже погружаться во всю эту историю. Вы поймете, что создаваемая компания собирается производить не просто мотор колеса или там какой-то еще продукт, она собирается производить предприятие, ставить технологию по производству конкретного массового продукта. Это самый основной будет доход. Так, мы переходим к вопросам. Я включаю чат. Я надеюсь, что сейчас я буду успевать на них отвечать. Если нужно, я буду сами у себя включать. Я, по-моему, можно там слайд, который вам интересен. Так. Сколько акций в пакетик? Смотрите, одна акция стоит 1 доллар. То есть примерно делите по курсу на 60. То есть если 30 тысяч, соответственно, это 500 долларов, 500 умножаете на дисконт, это будет количество акций в пакете. Так, а доп. Эмиссии будут защищены тем, что об этом будет задекларировано, и это будет в уставе. Так. Эта таблица сейчас будет выложена в группе ВКонтакте, вся презентация будет также там выложена. Почему мы говорим про доллары? Потому что мы на начальном этапе начинаем работать по привлечению инвестиций в России. Вообще, львиная доля инвестиций будет приходить, скорее всего, из-за рубежа, от русскоязычных людей, потому что даже сегодня мы видим, что крупные платежи, то есть максимально из тех, что сегодня приходят, они приходят от русскоязычных жителей, как бы от наших земляков, которые проживают за границей. У них другой уровень зарплат, другой уровень дохода, поэтому они на текущий момент инвестируют суммы больше. Так. Ну, смотрите, да, опять же, вот есть бизнес-план, есть смета, очень много станков, очень много оборудования, очень много, ну, допустим, даже само сырье, оно котируется в валюте, в долларах, и бизнес-план на основании этого построен. Поэтому, если, допустим, мы будем принимать в рублях, а курс будет сильно меняться, это, возможно, сильно скажется на сроках, графиках, на деньгах, которые необходимы. Почему дисконт такой маленький? Потому что проект на разных стадиях готовности. Когда мы начинали с Анатолием Эдуардовичем, ну, так скажем, продукта еще не было. То есть все вот эти 3 года, которые сейчас вот почти подошли к концу, они были для того, чтобы создать продукт, для того, чтобы показать продукт. У Дмитрия Александровича продукт готов. Нужно дальше строить просто производство и производить другие предприятия, ставить массовое производство. У Анатолия Эдуардовича Юницкого только сейчас подходит к этапу, ну, то есть когда начинается, ну, там, мелкосерийное производство и так далее. То есть в 5 раз меньше дисконт там от 1000, там, по-моему, мы на самом деле средний был 1000 с самого начала, а здесь он средний 200. То есть, ну, другими словами, вот если на ожидание по доходности, это звучит так, что этот проект в 5 раз менее рискованный. Опять же, это субъективно, вы там вольны считать по-своему. То есть это не венчур. Здесь инвестиции идут в конкретное производство. 70% из переведенных вами денег, они ликвидны. То есть их в случае неуспеха можно вернуть. А в проекте, в котором очень много денег тратится на разработку, на интеллектуальную составляющую, на зарплаты, на, то есть те вещи, которые нельзя в случае неуспеха реализовать, продать и раздать деньги. Здесь не та ситуация. Поэтому дисконт разный, то есть стартовый дисконт разный, и он на 3 года разбит также разный. Значит, если берешь пакет в рассрочку, по ходу можно будет еще докупать. Да, конечно, докупать можно будет, и когда заплатил пакет, полностью выплатил, будет возможность продлить рассрочку, так скажем, на тех же условиях, на которых она была начата. Так, один этап, 3-6 месяцев. Примерно 3-4 месяца будут на этап, но первый этап у нас, скорее всего, пройдет достаточно быстро. То есть этап у нас – это выполнение определенного пула работ. Это будет все прописано, какие работы должны на каком этапе быть выполнены, сколько это будет стоить и сколько по времени мы ожидаем. Если наши темпы будут не совпадать, темпы привлечения инвестиций, выполнения работ будут не совпадать с планами, это будет просто корректироваться. Поэтому здесь просто будьте готовы, что возможно какие-то изменения. Так, дальше смотрим. Как Skyway? Значит, система информирования, разумеется, все будет. Будут созданы сайты, личные кабинеты. Эта работа уже ведется, я это очень хорошо понимаю. Дальше. 1000 долларов – это 1000 акций. 1000 долларов надо умножать на тот дисконт, который указан в таблице.
Если дисконт 200, значит 1000 умножить на 200, получается 200 тысяч акций. Так, возможна ли стоимость более? При выходе на пиво стоимость одной акции в долларах может стоить более. Да, это абсолютно возможно. На открытом рынке может быть все что угодно. Это про тот, вот, как я говорил, коэффициент рынка, на который умножается капитализация компании, капитал. Так, после этапа закроется. Так, коллеги сейчас просто бегут, эти не очень успевают. Сейчас, может, я к вопросам перейду, что наверху. Так, если я сегодня несу платеж, значит, следующий платеж будет нести. Да, значит, дата первого платежа, то есть дата оформления рассрочки является датой, соответственно, последующих платежей. Так, фиксировать дисконт можно, да, я уже сказал, то есть в зависимости, когда у вас подходит конец рассрочки, вы можете продлить. Всего 8 миллиардов акций, 4 из которых реализуются. Номинальная стоимость акции 1 доллар, то есть мы ее заявляем, будет ли так или нет, мы узнаем через 10 лет, возможно, это будет больше, возможно, меньше, зависит от того, насколько мы будем реализовывать свои планы. Что будет, если после первого этапа проект закроется? Ну, Павел, такое с 95% вероятностью не случится, потому что почему, если они делали инвестиции сейчас, почему они перестанут потом? Но если даже вдруг это случится, будет, смотря на что пошли средства, если это, допустим, были невозвратные средства, кстати, в первом этапе большинство денег идет не на закупку сырья и так далее, это больше зарплаты, командировки, какие-то услуги и так далее для разработки, поэтому здесь большая часть денег невозвратна. Ну, значит, вы потеряете просто вот эти деньги, и предприятие не состоится. Но, говорю, ну, шанс того, что это будет, ну, даже я бы об этом не думал. Так, как заключить и оплатить пакет акций? На текущий момент, смотрите, вот чтобы вы все понимали, где вы находитесь. Сейчас предстарт. Мы просто не ожидали, что будет настолько все бурно и так далее. Мы хотели потихоньку работать, начинать. Значит, и поэтому сейчас все оформляется вручную. Введение реестра, прием платежей, подтверждение платежей. Поэтому для того, чтобы оплатить пакет акций, нужно просто заполнить форму, указать о том, что вы сделали перевод, ну, соответственно, сделать перевод, указать о том, какой пакет вы выбираете. Про интеллектуальную собственность такой оценки нет, не было. И этот вопрос, ну, с Дмитрием Александровичем можно будет обсудить в другой раз. Так, все верно, да, на текущий момент нету никакого вот этой оценки или заключения, поэтому вы либо разделяете с нами нашу цель, либо, ну, находите основания для того, чтобы в этом участвовать на этой стадии, потому что, смотрите, есть... 3 года, 10 этапов. Вы, например, на текущий момент понимаете, что риски слишком высоки. Вы не готовы в этом принимать участие никак, кроме там просто, допустим, наблюдать или еще что-то. Но, допустим, если уже будет стоять предприятие и выпущено первые 1000 единиц продукции, вы, допустим, ее попробовали, купили, вам понравилось, и вы поняли, что да, наверное, это получится, тогда можете заходить. Поэтому на разных этапах разные аргументы в пользу надежности и гарантии, что все получится. Так, 5000 в месяц. Просто ваши переводы текущие, которые приходят в проект, будут отражены в кабинете. После того, как кабинет вы запустите, вы сможете вашу сумму используемую потратить именно на тот пакет, который вы захотите. Будет открытая отчетность, скорее всего, конкретно по этапам, в конце этапа, где-то 3-4 месяца. И будет, ну, я не знаю, кто работает, скорее вы увидите, то есть что сделано и так далее. То есть все это будет. Так, какая основная капитал компании? Это еще не создано. Дмитрий Александрович, команда занимается этим. Не могу ответить на этот вопрос. Так, 500 долларов, 190 акций. Да, все правильно. Вот Наталья рассчитывает 500 долларов, это пакет за 30 тысяч. То есть в рассрочку он будет стоить дисконт 190. 190 умножаем на 500 долларов, получается 95 тысяч акций. Да, если, значит, что значит 95 тысяч акций? Если компания выполняет все свои планы и идет шагами, которые она запланировала, и ее капитализация в итоге через 10 лет составляет 8 миллиардов долларов, то пакет, купленный сегодня за 500 долларов, будет стоить 95 тысяч долларов. Это первая статья дохода, то есть их можно будет продать частично или полностью. Вторая статья дохода – то, что вы получаете дивиденды на эту долю, соразмерно вашей инвестиции. Кабинета пока нет, акции получить пока просто внос в реестр акций после появления кабинета.
Кабинет еще не запущен. Коллеги, я сейчас быстро посмотрю вопросы здесь об оборудовании. Какое. Значит, Анатолий, список оборудования есть, будет выложен в группе. Про партнерскую программу, про условия будет рассказано и презентовано в четверг. Для участников закрыт. Так, я буду просто некоторые вопросы пропускать, потому что на них 100 раз отвечали. 3 уровня пакета, привилегии более высоких. У более высоких пакетов более высокий дисконт. Видео о том, какое сейчас, что из себя представляет предприятие текущее, можете посмотреть также в этой группе. Так, если взял какую-то рассрочку. Так. Коллеги, вопросы примерно все те же самые, которые я уже сейчас ответил, я тогда не буду просто... Хотел в полчаса уложиться. Для того, чтобы компания оценивалась, не обязательно выходить на IPO. Это может быть различные другие площадки, плюс внутреннее какое-то ожидание капитализации. И некий внутренний рынок, так называемый, когда либо новые инвесторы могут покупать вашу долю. Просто должна быть площадка, она у нас есть. Так, ну что, 212 человек. В пике, по-моему, было порядка 220. Мы на этом заканчиваем презентацию. Она будет выложена в группе. Так. Ждать по одной доле. Значит, наше ожидание по капитализации 10 лет. Это может настать раньше, может настать позже, может вообще не настать. Это вопросы в нашей гипотезе, в твердости, в основании и в том, будет ли вы нам в этом помогать. Ну, я могу вот вам пример привести. У нас там в группе сейчас там порядка 7 тысяч человек, порядка 500 хочет быть активными партнерами и так далее. Вопрос. Представьте себе, мы начнем выпускать мотор-колесо. Через 3 года мы будем выпускать по, если мы одну линию запустим, минимальную 15 тысяч единиц в год. Вопрос. Сможем ли мы их продать, имея партнерскую сеть, даже из тех 500 активных участников, которые у нас здесь есть. А если я вам скажу, что примерно через год, через два, у нас будет несколько, ну, наверное, десятков, ну, тысяч уж точно агентов по всему миру, которые будут все знать про технологии, уметь презентовать этот продукт, продавать, сами его желать и так далее. То есть, по сути, у нас будет работа чуть ли не по предзаказу. Все предприятия, создаваемые, будут создаваться уже конкретно под... созданный спрос. Поэтому вот этот краудинвестинг, у него очень-очень много плюсов, которых, ну, сейчас я не буду, говорю, распыляться, просто поймите, что вот ваша энергия, там будет несколько десятков тысяч инвесторов у проекта, и все это помощники проекта. То есть какая компания, у какой компании есть шанс на успех? То, которая одна развивается, сама как-то по своим законам, там, по своим правилам, отдельно от связи с потребителями конкретно, или компания, которая была создана потребителями, которые сами же хотели ее продукт и сами заинтересованы в ее успехе. То есть это кардинально разные шансы. Так, да, коллеги, ну конкретно по переводам, пожалуйста, 3 шага. Первое, заполняем форму о регистрации, она есть, я знаю, в группе. Второе, делаем перевод по указанным реквизитам. И третье, смотрим себя на следующий день в таблице по полученным средствам. Все, коллеги, я на этом закончил. Я благодарю вас за то, что приняли участие в вебинаре. Я надеюсь, вы получили то, что хотели. Презентация сейчас будет в группе, так же, как запись этого вебинара. Все, большое спасибо всем. До встречи.